Всем здравствуйте! Сегодня источник сообщил сенсационную новость. У Юрия Шатунова нашлась родная сестра. Информацию сообщил дядя Саша из башкирского села Старая Отрада, который был знаком с семьей знаменитости. Мужчина был когда-то знаком с родными музыканта Юры Шатунова. Он заявил, что у Юрия есть родная сестра. Абсолютно точно есть у него родная сестра, родная и по матери, и по отцу, никакая не сводная. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка – одно лицо с Юрой. Красавица! В детдоме они были вместе. Как оказалось, она присутствовала и на прощании с музыкантом, вот только никто и подумать не мог, что это родная сестра Юрия. Она сильно плакала, заявил дядя Саша. Он отметил, что семья у Юрия Шатунова была непростая. Мать в себе, отец в себе. Отчим у Юры выпивал. Сестру Юры забрали из детдома добрые люди. «Она живет в столице», – заявил мужчина. Отметим, что ранее о родной сестре музыканта никто никогда не слыхал. Мать Юрия Шатунова ушла из жизни в возрасте 29 лет. Добавим, что семья знаменитости перестала выходить на связь. Ни жена, ни дети Шатунова за прошедшую неделю не дали ни одного комментария. Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня от острой сердечной недостаточности. 26 июня вся страна провожала Юрия в последний путь. Поклонники солиста «Ласкового мая» ежедневно приходят к нему на место упокоения, чтобы почтить память и принести свежие цветы своему кумиру. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!